Интересные подсчеты сделали коллеги из Ranking.kz. У топ-менеджмента 9 банков второго уровня в коронакризисный год выросли бонусные вознаграждения. В целом, в 2020 году на оплату труда и на обязательные отчисления банки выделили почти 290 миллиардов тенге. В рейтинге по объему бонусов лидирует Forte Bank. Этот финансовый институт выплатил своим топ-менеджерам около 2 миллиардов 40 миллионов тенге. Следом с незначительным отставанием идет Сбербанк, бонусные показатели в котором вырос на 26% по сравнению с 2019. Значительные объемы вознаграждения также предусмотрели для топ-менеджеров Халык-банка, Альфа-банка и банка РБК. Последние два показали самый большой годовой рост выплаченного вознаграждения. Ну и у нас на связи по скайпу Мурат Темирханов, эксперт в области финансов. Зададим вопросы ему. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, в послании глава государства, как мы уже слышали, говорил, что отныне государство не будет помогать банкирам. Вот, по вашему мнению, что это означает? Что теперь государство будет придерживаться политики естественного выживания банков? Или все-таки банки у нас уже прочно стоят на ногах и нет никакого смысла их поддерживать? Ну, первое, что бы я хотел отметить, это президент это сказал не первый раз. Он в первый раз сказал в январе прошлого года, это было расширенное заседание правительства. Там он сказал практически то же самое. Нужно прекратить поддержку банков, если ее делать, то делать на рыночных условиях. То есть, в принципе, полтора года прошло, и сейчас нужно было бы больше сказать, спросить, ну, что же было сделано в этом направлении. Тут немножко у меня есть вопросы. А в целом есть стандартная мировая практика, как помогать банкам. Во-первых, это, как правильно сказал президент в январе прошлого года, 20-го, помощь должна быть на рыночных условиях. Это первое. Второе, банкам помогать, которые являются системообразующими, системоважными. То есть, а если какие банки сегодня у нас в стране системообразующие? Ну, сейчас у нас, в принципе, один система, по моему мнению, регуляторы почему-то чуть расширяют этот список, но по-настоящему большой банк и крупный – это Халык-банк. Он и с юридическими, и с физическими, и по объемам он в разы опережает все другие банки. То есть это вот… Ну, если смотреть старое время, то было два банка, это Казкоммерц и Халык. И то, что как, ну вот немножко хотелось историю вспомнить, вы правильно очень назвали сумму 4,8 триллионов, сколько потратили денег на помощь банкам, это ну, очень большая это сумма. Огромные это огромные деньги, да. Да, это 11 миллиардов долларов, если по сегодняшнему курсу считать. Представляете, по тому курсу это где-то около даже 13 миллиардов долларов. Это сколько можно было дорог, школ построить, сколько на образование, на медицину, на здравоохранение. Но до этого нам говорили, если мы не будем поддерживать банки второго уровня, то вся экономика, в принципе, в стране рухнет. Вот насколько это сегодня действительно соответствует действительности. Поэтому я хотел немножко вспомнить историю, как происходила эта помощь. Мы все помним, после 2008-2009 года рухнул там БТА-банк, Альянс-банк, там Тимир-банк. Ну вот яркий пример БТА-банк. Он там до 2015, по-моему, года был в руках Самрук-Казына. Потом зачем-то его передали. Кстати, проблемы не решились совсем. Ну, не стало БТА-банка, но на рынок пришли другие банки второго уровня. Что вы имеете в виду? Ну, ушел один банк, пришел другой банк. Место освободилось, нет, нет. И сразу же место занято. В принципе, мы ничего для страны не потеряли, но при этом много денег государственных ушло на поддержку этого банка, который вот уже сегодня не существует. Я поэтому говорю, что БТА-банк был в руках Самрук-Казына, сколько там, ну, 6 или 5 лет, проблемы не решились, зачем-то слили его с Казкоммерца банком, который тоже очень плохо себя чувствовал после кризиса. То есть я хочу сказать, что... То есть, по вашему мнению, эта поддержка была излишней?
То есть проблемы вовремя не решались самим же государством, самим же регуляторами, к самру казына. А потом пришлось, вот, когда произошло все, 2,6 триллиона потратили на выкуп проблемных активов у Казкоммерца БТА. Ну это просто огромная сумма, если бы своевременно все делали, можно было в 2-3 раза уменьшить эту сумму. И опять, как это происходило, как выкупались эти проблемные активы, это абсолютно, ну опять. В своем вот послании, можно вас перебью, президент сказал, что замороженные активы нужно возвращать в экономический оборот на рыночной основе. А о каких активах идет речь и о каких объемах в денежном выражении? Ну вот как раз я об этом и говорил, то есть выкуп, речь идет о фонде проблемных кредитов, который принадлежит правительству, Минфину. Минфин выкупал два крупных, ну, работал с двумя крупными банками, то есть на 2,6 триллиона он выкупил активов у Казкоммерца БТА и на 1 триллион 50 миллиардов, если мне память не изменяет, выкупил у Цеснабанк. И опять-таки, все это было сделано не по международным стандартам, потому что выкупается по рыночной цене. Что делал фонд проблемных кредитов, например, если есть аудированная отчетность фонда проблемных кредитов, там у него убыток на 3 триллиона накопленный. Именно из-за того, что он выкупал активы, например, по БТА стоимость активов была в 10 раз выше, чем стоимость оплаты за активы в 10 раз выше, чем стоимость залогов, кредитов, которые он выкупал. По Цеснабанку в 6 раз. Вот, ну, спрашивается... История БТА банка, в частности, заслуживает, наверное, отдельной программы. Там очень много можно рассказывать. Я хотела вот задать вам еще один вопрос. По словам финконсультанта Расула Рысмамбетова, сегодня банки находятся в таком осознанном кризисе. То есть все игроки в системе отдают себе отчет, что финансовые институты не выполняют своих функций даже наполовину и не приносят общественного блага в виде финансирования бизнеса. Вот вы разделяете эту точку зрения? Я разделяю, что они свою функцию не выполняют, это однозначно. То есть они, как финансовые посредники, должны брать депозиты, передавать кредиты. Это не работает, там порядка 8-10 миллиардов избыточной ликвидности есть в банковской системе, а кредитование не идет. Ну, вопрос почему? Это не то, что банки не квалифицированы, не то, что это, опять виновато то же самое правительство, потому что если в банковской системе 8-10 миллиардов избыточной ликвидности, и тут же через различные программы, там экономика простых вещей, поддержка там предпринимательства, индустриализация, выдается триллионы тенге, вот только Нацбанк за счет печатного станка 2,3 триллиона профинансировал различных кредитов. Эти кредиты выдаются по дешевой ставке, ниже рыночной. То есть государство само выступает конкурентом для банков. И тут же обвиняют банки, что вот кредиты не растут. Но если базовая ставка сейчас была 9, стала 9,5, а кредиты под 7% государство выдается, банки, вы если сейчас пойдете под депозит положите, максимум вы там 9-10%, ну не максимум, а 9-10% вам заплатят. Вы не можете кредит выдавать под 7%. То есть государство само конкурирует с банками, и вот эту проблему коренную почему-то до сих пор никак не решается. Ну, завершая разговор, хотелось бы у вас спросить, как вы в целом оцениваете сегодня банковскую систему Казахстана? Ну, в целом, регулятор, вот это было IQR, там проверка всех банков, то есть с точки зрения устойчивости, там, ликвидности, капитала, в целом банковская система сейчас не вызывает беспокойств. Есть где-то лучше, где-то хуже, но такого вот прямо сейчас катастрофического ни в одном банке не видно. В целом, даже, ну вот мы, пандемия прошла, кредиты хуже выплачивались, там ликвидности были какие-то у бизнеса проблемы, но банки нормально перенесли, с этой точки зрения нормально. Теперь вопрос, как заставить, не то что заставить, а как правильно сделать макроэкономическую политику, чтобы вот эта избыточная ликвидность шла в кредитование на благо экономики.
Ну что ж, спасибо большое, что вышли с нами сегодня на связь. Но я напомню, что у нас на связи по скайпу был Мурат Тимирханов, эксперт в области финансов.